Всем огромный привет! Очень рада быть снова с вами. И сегодня, как всегда, хочу поделиться своим новым заказом, который мне пришел из сайта Jum. Думаю, всем знакомый сайт, да, это китайский сайт. И мне до сих пор приходят некоторые продукты. Вот, и за это, конечно, хочу с вами поделиться и показать, что же, где, к чему и как. Так что давайте все-таки приступим. Первое, что хочу показать, конечно же, это кольцо. Но как же не показать вам кольца? Очень само по себе интересное, даже если видно, да, оно типа как под серебро и с черным таким вот напилением идет. Тоже размер, как всегда я говорил, что размер идет у нас 16, потому что у меня именно, на который я палец ношу, то у меня 16 размер. Так что вот именно вот такие кольца, то мне просто-напросто все подходят и очень, кстати, нормально смотрятся. Именно вот такие вот кольца. Со всех сторон очень, конечно, так симпатично выглядит. Так, следующее, что хочу показать. Следующее, что хочу показать, также пришли мне часы. Вот захотелось мне попробовать из Джума приобрести наручные часы. Во-первых, что мне очень понравился именно сам формат этих часов. Конечно же, очень круто. Здесь такой вот идет у нас широкий ремешок. Вот, и тоже он такой прям сделанный, как под кожу. Ну, понятное дело, что это не кожа, но если так, то даже и ну, более-менее похож, как на кожу, но это не кожа. Также оформление очень все хорошо сделано, очень везде все качественно. И также, что хочу сказать, что часы приходят уже вместе с батарейкой. Так что они сейчас у меня отключены, ну, когда вот я, допустим, нажму, вот, и часы начали работать. Вот так вот. Не, ну очень такие вот прям прикольные. Я просто остался от этих часов в восторге. Просто-напросто. И, конечно же, чтобы они не шли, чтобы батарейка не садилась. Вот. Поднимаем и на этом все. И также сейчас я вам покажу, как оно будет у меня на руке. Я их, конечно же, уже носил. Во-первых, что очень удобно, комфортно. Ну, такие вот, я же говорю, что я, допустим, остался в восторге от таких часов. Я люблю такие, чтобы они были не маленькие. Я люблю средние, большие размеры часов. Так что как раз оно подходит самый-самый раз. Очень, конечно. Здесь тоже видно, что сразу две есть такие цимплики два, которые очень хорошо все держат, и все просто нормально и комфортно. Так что очень-очень нравятся такие вот часы. Так что очень осталось в восторге. Не бракованные, хорошее качество у них. Надеюсь, прослужить неплохо. Ну, я думаю, что если такой же самый механизм, как, допустим, в Эйвоне, что сколько у меня их есть и до сих пор они служат годами, то я думаю, что эти тоже будут очень долго годами служить. Я на это надеюсь. Ну, ремешок, понятное дело, что рано или поздно накроется медным тазом, надо будет поменять. Ну, сами часы, я надеюсь, будут служить не один год. Так что очень, конечно, классно. Ну, как раз с кольцом. Прям все под черный цвет. Прям страшное это дело. Поехали дальше. Также я себе решил приобрести пояс. Ну, так как у меня всегда есть кожаные ремни. Но вот как-то вот бывает, что не хочется носить ремни, потому что там брашка вот эта, да. И когда вот ты одеваешь футболку, она выпирает и все подобное. И захотелось, конечно же, такой пояс приобрести, чтобы ничего такого заметного не было. Так что я решил приобрести вот такой вот именно пояс-резинка. Он такой, как резинка. Также здесь можно фиксировать, насколько вы хотите, чтобы было или туго, или не туго. Это уже зависит от вашей талии, как что, к чему. И по бокам у нас идут вот такие вот штукенции. Вот. Ну, я думаю, вы поняли, что это такое, когда мы вот
Отстёбиваем, да, мы именно на джинсах или на штанах, да, не важно где, да, где находится пояс, да, мы сюда именно засовываем, закрываем. Он хорошо держится, хорошо защелкивается, и с этой стороны то же самое. И получается, когда мы одеваем пояс, да, то он идет вот в таким вот макаром. И здесь никакой брашки нету, да, и оно все очень хорошо, и все очень конкретно, очень-очень хорошо. И везде все держит. Вообще просто. Так что тоже уже ношу этот пояс с огромным удовольствием. Все нравится, все комфортно. Под себя я сделал. Вот именно, потому что я же еще раз повторяю, что здесь можно спокойно сделать, насколько вам нужно. Тоже хорошее качество. Тоже все идеально, все нормально, нигде нитки не торчат, нигде ничего нет. Так что очень, конечно же, комфортно. Так что вот такой вот пояс. Прикольный. Так что я же говорю, я остался им доволен. Так, следующее. Также еще я решил приобрести это ванную комнату. У меня таких штукенций не было, и я вечно бритвы просто ложил, и на этом все. Но вот как раз вот эта штукенция именно предназначена для бритв. Вот, и я решил, думаю, а почему бы и нет? Во-первых, это будет очень удобно, будет очень комфортно. Ты себе подцепил, и на этом все. Это очень, конечно же, круто. Там их было три цвета. Там был черный, был под серебро и было под розовое золото. Но мне вот что-то вот захотелось именно приобрести под серебро. Также это у нас идет не пластмасса, это идет у нас металл. Вот, и также крепление у нас идет вот такая вот наклейка. Мы ее снимаем, эту пленочку, да, и клеим на кафель. Когда мы наклеили, и вот такая вот штукенция будет у вас в ванной комнате держаться. И понятное дело, что я тут уже сразу, ну как же, покажу сейчас, как оно вообще должно быть. Вот, допустим, бритва, да, мы просто-напросто. Вот так вот, как чтобы было лучше видно. Ага, а так не будет лучше видно. Ну вот таким вот макаром она будет. Ложим. Вот так, давайте покажу. И она себе будет висеть. Так что будет очень удобно, очень будет комфортно. Так что надо, взял себе спокойно, поиспользовал все и назад подцепил. Вот, так что это, конечно же, очень-очень круто. Так что такая штукенция, я очень доволен, что я ее все-таки приобрел. Вот, кстати, была очень хорошая цена, то почему бы и не приобрести? Правда же? Ну, вот и я об этом. Так, следующее тоже решил приобрести. Я, конечно же, не знаю, как оно, что оно, будет оно помогать, не будет помогать. Это идут такие вот пластыри от мозолей. У меня на ногах мозоли, когда вот я ношу шлепанцы. Вот именно от шлепанцев, особенно когда у меня есть у меня кожаные шлепки, которые от них у меня постоянно, особенно на большом пальце, постоянно мозоли. И я вечно страдаю летом, мучаюсь с этим, и за это я увидел на джуме вот такие пластыри. Вот, прочитал я отзывы по поводу этих пластырей, и говорят, что действительно они очень хорошо помогают от мозолей, что они проходят, и все очень супер и отлично. Так что сам по себе как пластырь, ну, видно, да, что серединка идет вот с такой вот резкость, где резкость. Идет с такой вот подушечкой, и в середине, видите, какая-то такая вот штукенция. Я так понимаю, что это какая-то, я не знаю что, потому что я еще их не распечатывал. Но я понимаю, что это типа что-то оно там действует, что потом мозоли эти проходят, и потом их никаких проблем нет. Потому что, наверное, благодаря вот этой штукенции проходят мозоли.
Вот, я на это надеюсь. Но я же говорю, просто что я бы так бы не приобретал бы, но я как прочитал отзывы, что действительно хорошая штукенция, хорошо помогает. Ну, по ходу дела, потом же, когда. Лучше бы они вообще бы не появлялись, эти мозыли. Ну, если вдруг что появится, то, конечно же, попробую, и потом уже я вам конкретно скажу отзыв, помогают они или это просто ход рекламы. Хотя, конечно же, я не знаю, как это может быть ход рекламы, если это отзывы простых людей, которые это приобретали. Так что надеюсь, что понравится. И в упаковочке идет у нас 3, 6, да, у нас 6 таких вот пластырей в упаковке. Вот. Так что, я же говорю, вдруг действительно классный, то почему бы и нет? Если будет классный, то обязательно еще приобрету и родным такие приобрету, потому что не только я такими вещами страдаю, и они тоже такими вещами страдают. Так, следующее, что хочу показать, также я решил себе приобрести проводные наушники. Хотя у меня есть проводные наушники, у меня и беспроводные, которые я вам показывал, я на Джуме приобретал. Вот, у меня оно все есть, работает, все, но тут была очень хорошая цена, и мне вот как-то вот, ну я же говорю, я какой-то, не знаю, помешан. Мне надо всего, и чтобы они какие-то были все разные. Ну, короче, у меня какие очки, какие часы, кепки, одежда. Ну, короче, обувь. Ну, у меня все должно быть много и разного. Ну, как-то вот у меня такая вот болезнь, не знаю. Это трэш полный. Бываю сам себя в шоке. Ну, и, конечно, мне захотелось, еще понравились такие вот наушники. Тоже хорошая была цена. Вот, таких у меня еще не было, понимаете? Так что, ну как же не приобрести? Ну, понятно. Что тут говорить? Так, также в запаску идут еще вот такие вот силиконовые вставки. Это идут они в маленьких размерах, потому что те, которые в наушниках, они большего размера, а это идут именно маленького размера. Ну, вот в запасные, это очень круто, что здесь еще присутствуют запасные. Вот, и сами наушники. Конечно, я уже испробовал. Конечно, я еще не откручивал ничего. Такой вот интересный проводок идет. Вот, кстати, очень классное звучание. Нигде не репит, не шипит. И басы ощущаются, слышны. И очень чисто идет звучание. Так что и громко. Очень, конечно же, классно. Также тут у нас идут вот выключатели-переключатели. Вот такие. Кстати, тоже он работает. Кнопочка. Ну, понятно, что включатель-переключатель минус-плюс. Это вы понимаете, что тут здесь идут у нас звук. И можно делать погромче, можно делать понегромче. Кнопочка у нас, если кто-то звонит, да, чтобы не снимать наушники и тому подобного, нажали на кнопочку, и вы потом можете спокойно разговаривать по телефону в наушниках. Так что тоже это все работает, все отлично. И также покажу сами наушники. Хотя у меня есть такие похожие, только по другому формате. Они идут именно с двумя колонками. У меня уже есть такие с двумя колонками, но вот именно вот таких вот у меня, понимаете, или нет. Вот таких у меня нет. Ну и как же их не приобрести? Вот, ну как, я вам сейчас покажу, какие у меня есть. О, тоже они идут как с двумя колонками здесь. И действительно, звучание у них очень классное, чистое. О, и здесь такая же самая ситуация. Ну, что хочу сказать, те, которые я покупал еще в Киеве, они намного дороже стоят, чем я вот эти приобретал на Джуме. Но звучание, хочу сказать, не хуже совсем. Даже надо сказать, что даже, мне кажется, даже показалось, что даже мне вот здесь лучшее звучание, чем у тех. Вот что-то вот мне так вот кажется. Сейчас я вам еще покажу свои, которые я приобретал в Киеве. Вот, вы увидите, что именно две колонки, как и здесь две, и на тех тоже, только оформление совсем другое. Так. Ну, здесь именно более такой вот шнур идет. Ну, кстати, тоже он похожий и на это, только здесь более такой полосатый.
Здесь более такой, и также здесь такая же штукенция идет, только здесь просто видно, да, здесь просто обычная кнопка при звонке, да, кто-то звонит, включаем, и на этом все. Вот. А там, видите, здесь покруче, здесь прям делаем звук тише и тому подобное. И сами вот они тоже, видите, они тоже идут именно с двумя колонками. Тоже вот с двумя колонками. Но здесь, понимаете, оформление совсем другое. Вот. Здесь оформление такое. Вот. Так что тоже служит мне очень-очень долго, очень хорошо. Ну, я же, но эти намного дороже я приобретал. Намного дороже приобретал, чем вот эти. Вот. И тоже, видите, тоже две колонки. Так что вот так. Ну и оформление. Я же, ну, таких не было, понимаете? Ну как же не приобрести? Так, сейчас. Главное, чтобы не попутать. Так что вот такое. Поехали дальше. Следующее я приобрел маме, потому что мама давно это хотела. Это такая вот штукенция, которая меряет пульс. Вот, она очень давно хотела, так что я за это решил ей это приобрести. Так что приходит вот в такой вот коробочке. Сейчас мы откроем. Так, здесь даже есть, ну, здесь понятное дело, что есть инструкция. Но инструкция, что хочу сказать, что понятное дело, что на китайском. Вряд ли тут есть наша. Нет, тут все не по-нашему, тут и МГГ, МГУГУ. Так что здесь просто, что вот сразу показано, что к чему, как его, что делать. Ну и сейчас мы с вами посмотрим, потому что я еще даже не переверял. И, кстати, там батареек нету. Я не знаю, я взял батарейки, не знаю, подойдут, не подойдут. Сейчас посмотрим. Также есть такая вот штукенция, да, которая можно спокойно... Сейчас... Можно спокойно, вот видите, такая вот штукенция. Можно спокойно сюда ее одеть. Даже можно и сейчас одеть, почему бы и нет. Это, во-первых, что тоже очень удобно, комфортно, что можно эту штуку возить с собой, носить. Вот, и нигде ничего не потеряется. Так что это очень круто. Так что сейчас я попробую эту красоту. Заселить вот, сразу, чтобы маме потом это не делать, то лучше я уже сразу. Вот, и получается, вот видите, вот таким вот макаром. Так что ее можно с собой носить спокойно. Так что вот такая вот штукенция. Здесь мы, понятное дело, видите, она вот так вот немножко открывается. Для чего? Для того, чтобы сюда вставить палец. Вот открыли, вставили палец. Вот так вот. Ну и здесь вот должны быть батарейки, потому что приходит оно без батареек. Так, ну мы смотрим батарейки. Я надеюсь, что те, которые у меня есть батарейки, они сюда подойдут. Я на это надеюсь. Сейчас, я же слепая, не вижу. Боже, как повезло, молодежь. Подошли батарейки. Какое счастье привалило. Так, идут вот такие вот маленькие пальчиковые батарейки, две штуки. Вот, сейчас мы это все закроем, удовольствие. Так, все мы закрыли, дай бог, чтобы оно работало, господи. Так, кнопочку нажимаем, оно вот видите, заработало. Ну и давайте я сейчас палец свой всуну туда. Всуваем палец. Угу. Я так понимаю, что сердцебиение у меня 95 и пульс у меня 85. Вот так, 95 на 85.
Что-то у меня прям сердцебиение слишком гупает. Слушайте, что-то прям... О, ну я еще разговариваю. Понятное дело, когда вы это меряете, лучше не разговаривать, потому что, видите, пульс прям перешкаливает уже 110. Вот так. Ну, сердцебиение 95. Это что-то слишком-слишком сердцебиение. Мама моя. Так что, видите, очень так вот прям хорошо работает. Очень, конечно же, супер. Так что достаем палец отсюда. И видите, оно все не работает. Ставим еще раз палец. Давай палец сюда. Сейчас проверим. Ишу. Вот видите, ну вот то, как было, так оно и есть. Вот видите, сердцебиение 96, ну я же 95-96, вот все оно работает, все нормально. Пульс у меня 92. О, боже, что ж такое? Что такое? Что за движня-то такая? И вот просто выключаем. Ой, а тут что? Тут еще-то, еще здесь 68. Ага, вот что. Понятно. Это у нас сердцебиение, да? А вот это нажимаем, это у нас пульс 68. Вот так, видите? Выключается, держим кнопку. Ну, выключайся. Или надо палец вынять, чтобы выключить. А, да. Вот и все. Не выключилось. Включаем. Работает. Своим палец. И вот так. Так что тут можно по отдельности и сердцебиение, и по отдельности можно то. Так что вот такая вот штукенция. Так что видите, все очень хорошо работает и без всяких проблем. Так что классная штука. Так что мама моя будет просто-напросто в восторге. Вот такой вот штукенции. Так, поехали дальше. Предпоследнее, что покажу, я приобретал на продажу, потому что я думаю, что такие вещи всегда будут интересны. Вот, почему бы и нет. И за это на продажу я решил приобрести вот такие вот сережки. Очень, конечно же, красивые, мимишные, такие вот мишки. Коричневого цвета, они такие вот, видите, бархатные идут мишки. Они, конечно же, немножко такие вот именно тяжеловатенькие. Так что здесь тоже, видите, присутствуют гвоздики. И давайте одну я сниму, да, посмотрим со всех сторон мишку, как мишка у нас сделан. Ну, такой вот прям мимишный-мимишный. Я просто в восторге. Вы знаете, я ни грамма не пожалел, что я такие мишки... Ну, тут видно, да, что немножко вот перекосило, но его можно здесь выровнять. Вот, видите, выровнял. Так что тоже видно, да, что хорошо все качественно сделано. Очень все хорошо сделано. Вообще просто-просто супер. Так что вот такой вот мишка. Резкость, мишка. Где твоя резкость? Вот такой вот мимишный. Классный. Резкость не хочет. А ну. Ой, господи, да что ж такое? О! Так что вот такой вот мимишный. Так что из-за этого я решил пока приобрести на пробу. Вот. Ну, я вижу, что по виду и по качеству очень все хорошо сделано. То за это я решил, то я ни грамма не пожалел, знаю, что у меня их просто-напросто заберут. Это 100%. Именно вот такие мишки. Там было в трех цветах, но я решил приобрести только в двух цветах. Это идут вот такие мишки. И еще одни мишки тоже. Они такие же самые, только другого цвета. Там три цвета. Там были коричневые такие, темно-коричневый, это светлый коричневый, темно-коричневый и вот такие вот бордовые мишки. Ну вот как-то вот и захотелось мне вот именно еще приобрести вот таких вот бордовых.
Тоже такие вот мимишные, симпатичные, ну вообще просто симпатюли. Просто. Вот, потому что я знаю, что у нас и приходят на работу и детки, и все. И я думаю, что детки, когда увидят, и я думаю, каждый бы захотел бы. Я думаю, это даже не детки, даже и взрослые, наверное, бы носили такую вот. Ну, молодежь, имею в виду, бы носила бы вот такую вот штукенцию, потому что очень-очень красиво смотрится. И также все очень качественно сделано тоже. Вообще просто-просто бомба. Классный. Так что вот они такие вот мимишки. Так что, ой-ой-ой-ой. Так что за это я просто ни грамма не пожалел, что я их приобрел. Потому что действительно очень-очень круто смотрятся. Классные мишки. Так что все, мои хорошие, вот такой был у меня небольшой обзор на мои новые, как говорится, покупки из сайта Джум. Надеюсь, было интересно, может быть и полезно. И как всегда, до новых встреч. Пока-пока.